На приеме в преддверии Дня спорта аким области Гульшара Абдыкаликова поздравила с праздником ведущих спортсменов региона. Спорт области давно уже завоевал признание. С начала года наши спортсмены завоевали 254 медали чемпионатов и кубков страны, 19 медалей чемпионатов Азии. На Олимпийские игры в Токио получили лицензии двое наших земляков – борец Даулет Ниязбеков и боксер Камшыбек Конхабаев. Год от года повышается показатель массового спорта. Для этого создаются все условия. В рамках дорожной карты занятости будут построены 9 новых спортивных сооружений, 13 отремонтированы. Сейчас в Кызылорде строится база для занятий на каное и байдарке. В городе и в районах 8 тренировочных и стритбольных площадок. В рамках ГЧП будут сданы новые спорткомплексы в женокурганских аулах Сунакота и Кожакент в поселке Этикиби и в Кызылорде. Прием завершился церемонией вручения ветеранам спорта, тренерам и спортсменам благодарственных писем акима области. Большое огромное спасибо от числа физкультурников, от спортсменов.